Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем кипятить нашу РПН. Видите, она вся хер пойми каким цветом. Вот видно тут каким. Видно, каким должна быть цветом. То есть это медь, но она уже вся в говне. Для этого будем использовать лимонную кислоту, естественно. Неопределенное количество воды я уже налил, чтобы вскипятить вот эту вот херню. Да, пока у меня тут варится все в кубе, будем использовать время не зря. Вот. Значит, что, доводить воды надо до кипения приблизительно. Ну, вода у меня уже почти закипела. Значит, что? Берем ложечку десертную. Так. Дальше. Дальше насыпать будем мы где-то 2 ложечки. Так. Взяли. Еще раз говорю. Обычная лимонная кислота. Так. Насыпаем. Раз ложечка. Вот 2 ложечка. Так, и теперь опускаем нашу сеточку. Оп! Пошла моментально какая-то реакция. Сейчас мы это все пошебрушим там. Посмотрим, как будет видоизменяться наша сетка. Данный способ провожу первый раз, но по словам знатоков способ очень даже действующий. Вот сейчас мы, кстати, проверим, как бы протестируем. О, видно, кстати, уже цвет приобрела немного уже нормальный. Опять же, ее не просто так надо бросить, ее нужно шевелить там. Некоторые умельцы просто бросают и ждут чуда. Нихера. Чудес таких не бывает. Поэтому мы возьмем огромную вилку и вот эту штукенцию нашу там побултыхаем как следует. Так, вот, значит. Короче, хрен с ним. Пусть она кипятится. Я пока выключу. Несколько минут покипятится, достанем, проверим. Так, итого, ребят, прошло, не знаю, минуты 3, наверное, не засекал, минут 3-4. Как вы видите, уже вот пена стала каким-то коричнево-грязного цвета такая по периметру всей кастрюли. Я так думаю, уже все, что должно было отъесть, уже отъело. Сейчас мы проверим. Сейчас выключим. Охлажу ее. Остужу немножко. В холодной воде посмотрим цвет. Так, вот одна половинка. Сейчас достанем другую. Так. Итого. Вот что мы имеем. Тут на складочке чуть-чуть осталось немного. Но это не страшно. Но в любом случае, как вы видите, все стало чистеньким, розовеньким, каким и должна быть медь, с медным запахом. Все, наша сеточка готова, РПНочка. Ее можно уже использовать по назначению. Все. И вот смотрите, что там осталось на дне, какой мусор.
все отложения, сетки, все сера, все осталось там. Ну, в принципе, считаю, что способ реально рабочий. Главное не жалеть лимонной кислоты. Я еще добавлял туда 2,5 ложечки. То есть у меня получилось, ну, где-то 3 ложечки на этот весь объем. Ну, зато все реально рабочее. Ребят, пробуйте, делайте, и все классно. Ну, если помог, ставьте лайк. Всем спасибо за внимание, удачи и пока.